Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами свеженьким буксом без вложений. Называется RockClicks. Букс платит, как меня уверили. Старт был 2 дня назад. Значит, меня пригласил партнер. Значит, вот, привет, новый платит, я проверил. 2 дня назад был старт. Это 2 дня назад, сегодня у нас 23-е, значит, 21-го выходит, так. И вот, пишет, могу вывод показать, вчера выводил, сегодня пришли. И решила я поучаствовать. Вот так вот он выглядит, здесь уже сами все переведете, можно прочесть. Так, далее что? Ну, это Home, Advertis, Earn Money, вопросы-ответы, Support, Form. Это все сами уже покликайте. Нажимаю Sign Up, регистрация. И что здесь? Прописываем имя, email, повтор имейла, username, логин, 2 раза пароль, ваш пригласитель, вводим капчу, так, ставим сюда галочку и нажимаем регистр. Поставлю пока на паузу. Так, я нажала регистр, welcome to RockClicks. Так, теперь что надо зайти? Логин. Юзернейм, пароль. Вводим, друзья, капчу. И нажимаем логин. Загружается шкала. И попали в кабинет. Ну, стандартно все выглядит. Наша статистика. Так. Далее давайте переведем на русский. Что у нас? Краткий отчет. Добавить средства. Продлить членство. Снять со счета. Минимальный вывод отсюда. $2. Это я смотрела уже в вопросах-ответах. Так. Баннеры. Наша партнерская ссылочка находится. Вот она. И всевозможные баннеры. Так, добавить средства. Это у нас что здесь? Нам это не надо. Так, продлить членство нам тоже не надо. Мы на стандарт без вложений. А это уже тут сами. По желанию. Я в таких буксах работаю без вложения. Так, баннеры я показала. Далее личные настройки. Что у нас здесь? PayPal, Perfect Pair, Bitcoin. Прописываем платежный реквизит. Сюда вставляем пароль, который указывали при регистрации. Так. И вставляем пароль. Нажимаем послать. Так, ваши личные настройки были обновлены. Так, настройки форума, панель рекламодателя, мои фиксированные объявления. Так, здесь прямые рефералы будут находиться. Так, арендованные, аренда, ну, все как это, здесь история. Так, давайте, как здесь мы будем зарабатывать. Так, поставлю я на оригинал. Так, адвертинг. Здесь мы, кто захочет рекламить, зарабатывать, что? Вив адвертинг нажимаем. И здесь наши кошельки, рекламные ссылочки. Так, куда мы нажимаем? Сюда нажимаем. Перебрасывает. Пишет плюсвайт, ждем. Сейчас загрузится шкала. И выбираем перевертыш. Все, нам зачет. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Далее, что еще у нас?
Здесь у нас что? Это задание. Я в задании не люблю. Сетка. Ну, сетка тоже можно выиграть. А можно и не выиграть. Тоже ждем. Сейчас загрузится шкала. Все быстренько. И все. Ничего я не выиграла. И что у нас здесь пишет? Мы можем делать что? Так. Ага. 20 кликов в этой сетке мы можем. И выиграть здесь тоже. Вот здесь выигрыши идут. Кто-то. Значит, так, до 1000 долларов можно выиграть. Ну, конечно, здесь до 1000 долларов это громко сказано. Здесь вот по 2 цента все как бы выигрывают. Ну, 10 центов. Больше здесь и в основном и не даю. Сколько я не работала, я эту всю схему знаю. Так, далее... Это у нас тоже это добро пожаловать. Туду, удаляйте число цифр. Это игры. Я тоже сюда, друзья, не лезу. Если только просматриваю хвост, голова. Это тоже игра. Афервал. Но здесь тоже. Так. А здесь у нас вообще ничего. Ладно, это может и в разработке еще. Так. Реферальный конкурс. Конкурс очков. Что у нас тут за конкурс? Угу. Здесь ничего не написано. Вот такой вот буст. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Будет что выводить. Буду проверять на вывод. В принципе, это все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.